Смотрите наши сюжеты внимательно. Наш традиционный вопрос будет задан в самом конце программы. Ну а в данный момент, мне кажется, более актуальный вопрос другой. Пока человечество озабочено проблемой глобального потепления климата, на просторах нашей необъятной все-таки уместнее звучит вопрос «Как не замерзнуть?». Смотрите, и пусть теплее и комфортнее станет не только вам, но и всем вашим домашним растениям. Ну что, Леон, как твои дела? Плохо. Начался сезон отопительный. Черт бы побрал эту жаркую русскую зиму. От батарей и электроприборов не продохнуть. Вздумали погубить мой фикус? Фиг вам! К сожалению, в первую очередь человек берет не для себя. Это паркет, который он рассыхается, он начинает скрипеть. Это цветы, которые начинают гибнуть. Держись, старик, я не дам тебе засохнуть. Вот оно, твое спасение. Паровой увлажнитель воздуха. Шпарит, что надо. Может влажность до 100% поднять. Эх, была бы оранжерея, устроили бы тропики, как пить дать. Ну ничего, его и в квартире поставить можно, если купить еще и гигростат. Чёрт побери, а парта так и валит. На мебель его направлять не стоит. Да и цветов лучше подальше держать. Только о фикусе своем и думаешь. Считаешь, что ты сам неуязвим, а ведь тебе тоже грозит опасность. От недостатка влаги кожа будет сохнуть, морщины пойдут. А, испугался? Держи. Ультразвуковой увлажнитель. Он разобьет воду в пыль и напустит в комнату туману. А может, врубим подогрев? Пар пойдет стерильный, а жарче в комнате не станет. И с водой не надо париться, можно прямо из крана наливать. Совсем затуманила мне мозги девчонка. Забыла? Нам фикус спасать надо. Давай отвезем его во Францию, в Альпы. Он же задыхается. Выхлопные газы, пыль, гарь. А чем это здесь так мерзко пахнет? Я чувствую, здесь кто-то курил. Я его убью. Леон, расслабься. Нам просто нужен воздухоочиститель. Хотя бы самый простенький, долларов за 150. Смотри, смотри, внешний фильтр механический. Защищает от пыли и других крупных частиц. А внутри угольный. Он абсорбирует неприятные запахи и табачный дым. А впрочем, кажется, ты прав. С воздухом тут что-то нечисто. У меня аллергия на шерсть. Здесь была кошка. Я ее убью. Не надо мочить кошку. Купи мне лучше очиститель с HEPA-фильтром. Рамочка из стекловолокна. Говорят, такой барьер аллергенам преодолеть сложновато. Аллергены, они бывают разные. Соответственно, если это обычный полевой клещ, то он действительно задерживается HEPA-фильтром. Вот. Но если это какой-то запах, либо какой-то аэрозоль, не факт, что HEPA-фильтр обязательно спасет от аллергии человека. О, а эта новинка, фотокаталитический фильтр, даже вирусы уничтожить берется. Еще бы, за 800-то баксов. Убойный секрет в ультрафиолетовых лампах. Матильда, это засада. Загрязнения атакуют. Без паники. Мы их замочим в мойке воздуха. Этот агрегат и почистит, и увлажнит, если только комната не больше 50 квадратных метров. Включай скорее, внутри этой штуковины ливень пойдет. Вся гадость выпадет в осадок, в поддон. А чтобы прибор хорошо мыл нам воздух, мы должны хорошо мыть прибор. Каждые 2 недели. Эй, Леон, твой фикус чувствует себя отлично, а у тебя, похоже, паранойя, чистомания. Квартиру в операционную превратить можно, технические средства имеются. Главное, чтобы хватило финансовых. Леон, дыши, ты не умрешь. Уже все чисто. Матильда. А я не Матильда. Я Акулина, дежурная по рубрике.